Здравствуйте, друзья! Еще раз зовут меня Елена, проживаю на севере Московской области. Ну, тут все розы мои все прижились. Нет, вот это, правда, мне совсем не нравится роза. Наверное, все-таки я ее вот это все обрежу. Это единственная какая-то она. Такое ощущение, что это не роза, правда, а шиповник. Георгины тоже мои прижились. Начали вылазить. Ну вот опять забыл, как называется. Господи, ну это ж не голова, а гладиолуса. Вот эта роза тоже. Долго она сидела, не вылазила, тоже вылезла. Лилии начинают зацветать. Я эти привязала, потому что ветер сильный, а это еще так стоит. Но эта роза вот моя начала тоже зацветать. Но это те, кто недавно меня смотрит, эта роза была укоренена из букетной розы. Здесь я посеяла глоксинию. Ой, господи, глоксинию, цинею. Два вида перемешала их и посеяла. Я цветы не люблю никакие в рассаде, потому что у меня с ними беда. Ну и вот эта вот роза, которую я только сажала, покупала, она начинает цвести. Бутон я обрезать у нее не буду. До осени еще времени много. Еще корни успеют нарасти нормально. Хочется мне посмотреть, что это такое будет. Ну, она, видите, от горшка два вершка. Поэтому я считаю, что есть смысл покупать по 140 рублей и сажать, чем покупать во всяких там питомниках за бешеные деньги. Не факт, что они точно так же не будут, не поймешь чем. Здесь я посеяла бархатцы прям пучком. Вот здесь посеяла астру по краю. А это мне родственница вон дала. Тоже астра рассадой. Ну, завтра, сегодня я уже не буду. Завтра я ее вот здесь по краю кое-где посажу. Здесь я приготовила колесо с палочкой для фасоли. Сейчас покажу, какую фасоль. Сегодня просто уже сеять не буду. Пусть земля пропитается водой и... Потому что земля насыпная. Ну, а вон на второе колесо земли нам не хватило. Насыпем завтра там или послезавтра. Ну, вот эти вот цветы, это низкие вот эти цинии. Я посеяла там вот возле вишни в те колеса. Вот эти я посеяла здесь. Астру, вот эту я ее просто перемешала и посеяла. И посеяла я еще салат туда же в колеса по краю и здесь в клумбу. Это у меня кусок от розы рыхлил, отвалился, отрубила. То есть сейчас я его тоже во что-нибудь воткну. Знаете, я замочила морковь, лук, как говорила, мы весь выдрали из помидор. Туда посею морковь. Вон он, лук. Целое ведро. Муж сказал, на рынок надо нести, продавать. Ну, а вот эту вот фасоль я посею завтра. Вот эта желтая, она низкорослая, а эти высокорослые. Посмотрим, что вырастет. Может, вообще, это вообще, я не знаю, уже лет... У нее срок годности закон... А, нет, 24-й год написан, 20-го года. В общем, пусть посею, зайдет, зайдет. Нет, значит, нет. Ну и все, это все. А нет, еще я баклажаны все-таки несчастные, которые у меня стояли в баночке. Все-таки я их пересадила сегодня. Дошли у меня и руки, и ноги до них. А ну еще уже у меня, не знаю, кто-то заметил или нет, у меня и в клумбе растет помидор. Откуда он здесь взялся, я не знаю. И он уже цветет.
Ну, вот здесь вокруг вот этой вот лилии я посеяла салат. Они кочанные. Один фиолетовый, другой зеленый. Посмотрим, что вырастет, что будет. Я считаю, что астра, что вот сейчас я эту посажу рассадой, что это там зайдет, допустим, через 10 дней. Думаю, что до августа вырастет. Все, всем спасибо за внимание. С вами была Елена. Скоро уже здесь будет красота. Зацветут розы, лилии. Но эти мои, эти вот я выращивала из... чешуйки от лилии, вот из чешуек, вот я их выращивала. У меня просто очень много лилий в том году сожрали мыши. И здесь на этой грядке, и на там вдоль теплицы. Ну, там еще показывать сейчас, я утром показывала, там я еще ничего не делала сегодня. Ну и все, муж полдня косил, потом в клубнике ковырялся, выдергивал там траву. А еще хотела показать, у нас зацветает виноград. Первый год, вот он, видите, какие у него тут появились. В том году были, но у нас почему-то напала листовертка на него. Вот в этот раз мы их брызгали. Но их тут много. Где-то большие, где-то маленькие. Там наверху тоже. Будем надеяться. Вот еще тоже есть. Будем надеяться, что может хоть одна ветка у нас вызреет. Тоже надо под ним все прополоть. Чем-то замульчировать. Прям есть такие хорошие, большие соцветия. Ну, какое. Ну, это когда подвязывали, сломали. Эту тоже сломали. Надо обрезать их. Вот еще одна. А там он наверху совсем такая большая уже. Наверное, скоро зацветет. Я, правда, никогда у меня виноград, я его не выращивала. И как он цветет, не знаю. Ну, надеюсь, увижу в этом году. Хотя бы как он цветет. Ну, в крайнем случае, если что, можно с панбондом его сверху привязать и прикрыть. Очень, конечно, мне хочется, чтобы был виноград хоть чуть-чуть. Все, всем спасибо за внимание. Так очень длинное получилось. С вами была Елена, Московская область.